то, что театральная музыка к спектаклю «Сон в летнюю ночь». Я хочу немножко так просто так напомнить. Тогда полноценных опер еще не было. Это считались полуоперы, семиопера. И эта музыка к спектаклю, все, что вы сейчас услышите, это там происходят или балетные действия, или какие-нибудь вообще действия на сцене. Вот под эту музыку. Прелюдия, хорнпайп, увертюра, ронда, музыка для труб, антре, хорнпайп, танец фей и чикона. Thank you.
еще одна фантазия Purcell, но она для вот трех голосов басокантины. Thank you.
группа называется «Индерки», «Королева индейцев». Она сама она по себе очень запутанная, неясная, и вариантов сюжетов просто миллион. И но мы к тому же не могли все показать. Вот мы так сделали какой-то свой микс. Действие спектакля происходит в Южной Америке во времена Пёрселла. Неожиданный сигнал трубы внезапно пробуждает индейцев. Парня и девушку. И они обнаруживают, что их страна находится в состоянии войны. И они вспоминают древнее пророчество, что они должны будут быть порабощены. И они молятся о том, чтобы те, кто их поработил, были милостивы. Итак, вы услышите пролог, увертюру и музыку для трубы. Затем вы услышите арию индейской девочки о том, зачем нужна война, почему люди воюют, ссорятся, если природа так великодушна. Thank you.
Thank you.